to stay. Shapes and cool light wander the streets like an army of strays on a cold winter's day. The beauty in our London skies. You know the sunlight always shines behind the clouds of. После знакомства с Британским музеем я решил прогуляться по окрестностям. В районе Tottenham Court Station я вышел к театру Доминион. Накануне мы уже проходили мимо него с моими знакомыми по конференции. Над входом в него фигура Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри, лидера группы Queen, зазывающая публику на мюзикл «We Will Rock You». Миновав Subway Station, я двигался по направлению к Telecom Tower, или лондонской телевизионной башне. Если не ошибаюсь, где-то здесь снимали знаменитый фильм «Beatles» периода записи альбома «Let It Be». Во всяком случае, в кадрах фильма имеется телебашня в перспективе улицы, так же, как и в моем видеофильме, что вы только что видели. Затем мой путь пролег через несколько кварталов в этом районе, и в конце концов я опять оказался в университетском районе, где, проследовав мимо Эйзенхауэр центра и высотного здания University of London, ненадолго зашел в свой хостел. Thank you.
Следующий эпизод путешествия по Лондону, моего пребывания в Лондоне, наверное, неизбежное в любом большом городе недоразумение. Мы договорились с моей знакомой встретиться в галерее Тейт. Я понятия не имел, что галерея Тейт имеет два здания, расположенные в разных местах. Так вот, обратившись к карте, я выяснил, что ближайшая станция к галерее Тейт называется Пимлико. Она находится в одноименном районе Лондона, примыкающем к Темзе. И, начав свой путь, как всегда, с Russell Square, я миновал Piccadilly Circus и Victoria Station. И, выйдя на нужной мне станции, под дождем подошел к галерее Тейт. Уже на подходе к галерее в меня закрались сомнения. Занда, моя знакомая, назначила встречу на 6-м этаже. Здание же данной галереи было не столь высоко. Здание в классическом стиле. Я засомневался. Обратившись к служителю, я выяснил, что с недавних пор в Лондоне две галереи. Tate Britain и Tate Modern. Я пришел в первую, а встреча была назначена во второй. Мне объяснили, что кратчайший путь, чтобы попасть в Tate Modern, это пассажирский катер, маршрут которого пролегает от одной галереи к другой. На Темзе штормило, но я, стремясь исправить свою ошибку, все же сел на теплоход. За залитым дождем окном мимо меня проносились уже знакомые Westminster Abbey и Palace of Westminster. Пройдя под Westminsterским мостом, Westminster Bridge, теплоход причалил к собору Святого Павла.
Напротив него-то и находится Тейт Модерн. Практически подошли к галерее Тейт Модерн. Недавно миновали шекспировский театр Глоб. Вот мост Миллениум, который соединяет всемирно знаменитый собор Святого Павла, который находится за Темзой, с вот этим зданием Тейт Модерн. Это бывшая здание энергетиков Лондона. Сегодня, как видим, это массивное производственное сооружение из кирпича, переоборудовано в храм искусства. Раньше оно служило утилитарным целям, и многие сорония называют это здание собором века электричества. Период моего приезда в Лондон, в галерее современного искусства Тейт Модерн было два гвоздя сезона. Были представлены выставки двух современных художников, Мартина Кеппенбергера и Рэйчел Уайт-Ред. Ни того, ни другую я не знал, но последняя художница представила наиболее экстравагантную инсталляцию. Огромный зал был заполнен белыми пенопластовыми кубами, и все это производило довольно необычное впечатление. Я созвонился с Зандой, оказалось, что она уже покинула галерею, и мне ничего не оставалось, кроме как ознакомиться с залами этого культурного учреждения.
Thank you.